всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер, мисс Крофт, как всегда, с вами обворожительная. А это Шибальба, у вас вторник, у меня суббота, мы записываем. Надеюсь, кстати, что все, что я запланировал на воскресенье, а воскресенье у нас Хэллоуин, так что надеюсь, у нас все будет нормально. Так, как-то у меня немножко подвисает камера, но я думаю, нормально, ребят. Камера, я же должен выключить. Но прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, подписаться на группу Discord, ВКонтакте, Devin Artist, ссылочки все в описании. Ну и, конечно же, я вебку включаю, но с вами не прощаюсь. Я здесь и буду здесь. Не обращайте внимания, что она тормозит. У меня еще файл один сейчас перекидывается, очень крупный. Да, по Ларе мне нужно просто перебросить его в другое место, чтобы место не занимал. Поехали. Так, ладно, с этим разобрались. Теперь мне вот этих нужно красавцев двигать. Давай, Лара, между ножичек поработаем. Так. Вы, сэр, следующий. И последний вы, наверное, да? Здесь где-то должна быть именно реликвия. Вот. Красота, прямо шикарный кадр. Надо тебе вот на таком интересном месте вылетать. Вылетела. Я не стараюсь не делать резких движений. Ладно, вебку выключаю, но с вами не прощаюсь. Я здесь. Ёбаная паучиха! Давай, Лара, ставь все на место. Да. Ты тут откуда? Красавица гигантская ты наша. Ой, неплохой прыжок. В олимпийской сборной выступала? Наверное. Ну и последний. Попробуем сейчас еще раз все сделать. Надо сейчас сразу сохраниться. Давайте сразу. Не совсем то. Так. Сохраниться. Чтоб потом, если что, могли сразу сюда зайти с этой точки сохранения. Спасибо. Ну, то есть, пауки все мертвые, все хорошо, Так. Первый готов. Я их вроде слышу, а вроде их и нет. Так. Боги подземного мира. Вот забавно, что даже вот в этой местной мифологии, в Шибальбе, и то на такие вот телешоу конкурсные по уничтожению людей, их морального духа и всего остального, смотрели в кругу, так сказать, ну, массово, так сказать, как телезрители своеобразные. Это уважаю, уважаю. Есть что-то такое забавное.
Поднимите мне, пожалуйста, веки. И вот чую я, что если я сейчас туда спущусь, что-то пойдет не по плану. А наверху, наверное, вот здесь вот как раз-таки. Вот чую, вот именно вот в этой башне где-то. Не знаю где, но где-то она есть. Должна быть... Реликвия. Вот чую я это. А если я это чую, значит так оно и есть же. Это же правильно, я думаю. Но Лара не хочет залезать, нигде запрыгивать не хочет. Что здесь такое? Что слышал? Ножи остались? Да, остались, это хорошо. Пока вот с пистолетами, если что, переключимся на более мощные. Какой интересный подземный мир. Подождите, может мне тогда все-таки Дукати взять? А то слишком уж как-то... Большой такой загробный мир, я бы сказал бы. Я не хочу Дукати оставлять, давайте на нем поедем. Дукати, я передумал, я тебя возьму с собой. Ой-о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 й
Я, значит, такой иду Дукати брать. А, я не смогу и с ним вылезти. Ладно. Значит, в ручном режиме. А что поделаешь-то? Ну, пусть там наверху пока лазают. Возьмем Дукати потом. Но здесь реально удобнее было бы на Дукати спускаться. И, наверное, заезжать тоже. Ну. А мы сейчас разберемся. Возможно, здесь он и нужен будет. Дорога-то не длинная. Ну, как сказать, не длинная. Длинная. Ничего я с этим не поделаю. Ну да, опять спуск. С точки сохранения. Но здесь, скорее всего, в ручном режиме надо спускаться. Подождите. О. Надо было быть повнимательнее. Не, походу здесь все-таки на Дукати спускаются и поднимаются. Ну, я не знаю. Хотя, вот здесь вот, ой. Какая неприметная оказалась. Реально неприметная. Ух, ладно, идемте. Тут еще и по бокам, наверное, где-нибудь стоит одна. Нет, нет. Нет, не стоит. Да. Это для Дукати дорожка. Значит, Дукати нужен. Ну ладно, пойдем обратно, заберем Дукати. Порепетируем заодно прыжочки Ларины. Стоп. А, показалось. Я думал, там еще одна урна только в боку. Это было бы слишком очевидно. А там эти три паучихи все еще стоят. Это мне не нравится. Не, бы сделали пометку. Спускаться на лошади. Спускаться, ну, тогда у них не было же мотоциклов, логично же. Спускаться на лошади, или, ну, спускаться на ламе. Ну, в крайнем случае, спускаться на ягуаре. Хотя в последнее многие в наш век подумают о разном ягуаре. Не о том, который надо. Хотя, с другой стороны. А, ну да, реально. В общем, здесь точно надо на Дукати. Давай, Лара, погнали!
А давай сначала их расставим. Давайте, идите ко мне. Юху! Раздавил парочку, один выжил, но это не страшно. Давай. Давай. Черт, только не говори. Да, ты Он застрял. Ой. Так, загрузка. Ну, мы сделали сохранение. Давайте еще раз провернем этот фокус. Мы теперь знаем, что делать. Ну, просто реально он меня застрял. Я не могу его никак вытащить. У Лары есть трос, но она его не пользуется. Давайте подвинем сейчас все это дело. Да вы издеваетесь, должно быть. Где еще? Ну-ка, все вылезайте. Где еще одна? Я прям ее слышал. Она прям ворчала здесь под боком. Ну и где-то ворчунья. Я ее даже не вижу. А может, это она и ворчит. Ой, зараза! Да, вот тебе. Я тебе сейчас на руку скину наломаю. И чего еще? Мешать мне тут будут. Я и так много чего сделал уже сейчас. Начнем с дальних, откроем ближайший. Давайте. Ну да, походу здесь она не будет таким коротким. Давай. Как вообще тут такие пауки вымахали? Неужто ты, Вероника, добралась и до этой зоны? Если кто не знает, то... По-моему... А, нет, там Бразилия была. Там Аргентина была. Ой, привет, малыш. Тоже интересная головоломка. А вот я тебе не покажу ее. Я тебе не покажу. То есть мы были заперты, оказывается, еще. Мы сейчас отличный принтскринчик поймаем. Слушайте, красота мне нравится. Лара, садись, пожалуйста. Да. Дайте сразу сохраню. Потом ведь замучаюсь опять все это дело повторять. А так хоть на байке уже находимся и прямо в пещере. Так.
Так, спускаемся аккурат. Есть! Преодолели. Хорошо. Ну, здесь уже точно не для Дукати дорожка. Это мы уже видели. О. Спасибо. Они так добрые. Ну-ка, дай-ка, пожалуйста, вот... Мне почему-то порой кажется, что вот на таких вот уступах там реально что-то есть. О, все, я вспомнил эту зону. В общем, у нас здесь хватит еще на 3 эпизода минимум. Транскриды делаем. Мидгарский змей Йормунганд, что лежит на дне океана, опоясывает весь мир. Начало Рагнарёка. Йормунганд выходит из моря, затопляя сушу и выплевывая клубы ядовитого дыма в воздух. Последняя битва богов. Тор убивает Йормунганда своим молотом Йомиром, но отходит всего на 9 шагов и падает замертво, сраженный змеиным ядом. Что могу сказать? Марвел, учитесь, как делать правильную историю. Кстати, у нас есть что-нибудь в плане истории? Где-то здесь спрятан пояс Тора. Отличная подсказка. Прямо эффектная подсказка. Прямо точные координаты даны. А здесь я видел урну. Ты на ней стоишь! Как ты не можешь ее разбить? Вот серьезно. Ладно. А вот это коктейльчик вечной жизни. Жуткая зараза, я вам скажу. Красота. Мидгарский змей. Все эти руины стали источниками мифов о подземном царстве в более поздних культурах. Возможно, потому что их стерегут ходячие мертвецы. Ты удивишься, но этих мертвецов здесь довольно много. Плохая киса. Вот так вот разобрались с одной. Ага, спасибки. То есть я смогу эту поднять только с помощью... Спокойно, местный индус. Так. О, еще один нашелся. Да сколько же вас здесь? Ладно, Лара, сейчас можно. Давай, Лара. Зараза, только хотел прибить ведь.
Давай, товарищ, помирай уже. Будь добрым соседом. У нас еще 3 осталось. Это хорошо. И нехорошо одновременно. Потому что надо залезать. Надо залезать наверх. Надо сюда идти. А сейчас еще парочка выскочит, вот говорю я вам. Нам главное в этот бульон не упасть. Так, и что мне здесь делать тогда, скажете вы мне? Я не знаю. А, вот оно что. Да вы спятили. Ну, ладно. Откачаем немного воду. Я вспомнил, где находится артефакт. Он в его голове. Кстати, как интересно здесь работает их система водопровода? У меня такой вопрос вот пошел вот. Так. Понятное дело, мне не сюда. А, нет, мне тут, ну как раз туда спускаться надо. Да, ну ладно, пойдемте. Слушайте, красивая превьюшка. Вот, Лара, повернись вот так. Красота. Ладно, теперь спускайся. Ой, сколько, куда же мне только не лазать-то не предстоит. Давай, Лара. А больше некуда мне. О, это нехорошо, это нехорошо. Ну, то есть, дайте я просто осмотрюсь для начала. Может, здесь еще какой-то проход есть, который я не знаю. Скорее всего, есть же. Не будет же... Вот настолько же все безрассудно. Вот опять же вижу Мьёль Смитнир. Подождите, вот здесь что-то я видел. Где? Почему-то мне кажется, что это я сейчас зря сделал. А может и не зря? Не, по-моему, все-таки зря. Ого. Вот тут точно зря. Так. Ну, получается, дорога единственная сюда. Ой, ты зараза, Лара, сколько раз можно? Походу, она у меня сегодня будет помирать, помирать и помирать, пока не помрет окончательно.
Куда еще? Ну вон туда можно технически. Но это технически и в теории не работает. Давай, Лара. Есть. О-о-о-о-о-о. Нашли дорогу, нашли. Товарищи, нашли дорожку. Теперь остается только выбрать правильное направление. Теперь движение. Спокойно, спокойно, Лара. Значит, будет... Давай лучше вот... Давай. Что там отвалилось у нас? Ага, только вот этот размер, да? Да, до сюда. И вот сюда. Давай, спускайся. А ну вылезайте, черти недоделанные. Ой, ты еще плеваться хочешь? Ну я тебе наваляю. Ой, вы заразы какие. Будьте здоровы, будьте здоровы, будьте здоровы. Вот так вот. Что еще? Да вы издеваетесь надо мной, должно быть. Слушайте, их... Их нога бьет сильнее, чем что-либо еще на свете. Но это не позорище ли для так викингов-то? Так, ну здесь можно залезть. Ага, ясно. Хорошо, пока работает. Так. То есть я двигаюсь в правильном направлении, это хорошо. Ой. Ну ладно, у нас хотя бы сохранка прошла, это тоже успокаивает. Можно было здесь так, да? Ну ладно, это уже детали. Я не на ту кнопку нажал. Не на ту кнопку нажал, народ. Вот бывает такое. Отлично. Сколько уже играем? 27 минут? Ну, пока нормально, пока нормально. Ой, да почему защита не зацепилась? Да явно было, чтобы защита зацепиться. Ничего не понимаю. Ну-ка, не смей помирать мне тут. Вот, сейчас зацепился. Я же говорил, это очевидно было. О. Еще давайте, вы же парами выходите, дамочки.
Во, я же говорил, парами, давайте. Вот так. А, и вернулись обратно, да? Ну, я не возражаю. Красавец. Так, и куда мне деваться? Вопрос хороший. Хорошо, вышло. Не, явно теперь сюда. Так. Вылезайте! Давай, иди сюда! Еще. Давайте, давайте, вылезайте. Я вас всех пробью, потом займусь уже своим делом. Давайте, местная майянская полиция. Ваше государство уничтожено, но... А, он там, скорее всего, где-то, да? И он не может вылезти. Вот, видите? У него в глазу. У него в глазу реликвия. У него в глазу была реликвия. А вот и перчатка. Ну что, помиришь? О-ля-ля. Загробный мир. Открыта новая запись в журнале. Вылетела в очередной раз. Ну как вылетела? Она записывалась, но у меня она не отображалась. Она отображалась вот на этом экране. Я не знаю, как это происходит. Это как-то работает. Я сейчас сохранил ее, потом вышел. Сейчас вроде должно все работать. Теоретически. На практике не знаю, к чему это приведет. Сейчас посмотрим. Ну. Отлично. Что ж, ребят. Давайте тогда мы с вами на этом на сегодня закончим. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал, Дискорд, ВКонтакт, Devin Art, ссылочки все найдете в описании. Всем спасибо, кто нас смотрит, ребят. Большое всем спасибо. Всем до скорой встречи. И всем пока. Еще увидимся. И да, озвучу комментарии уже к третьему числу, потому что я сегодня записываю все подряд. А 3 числа у меня еще будет рабочий день. Заодно на 3 число мы все озвучим. Не переживайте. Столько, это секрет. Увидимся. Мисс Крофт, спасибо.